Мы верим в каждого. Финал областного турнира по хоккею в валенках провели в Челябинске. За победу сражались воспитанники детских домов региона. С юными спортсменами познакомился Александр Захаров. На груди эмблема трактора, на голове красный шлем, в руках вратарская клюшка. Женя Кожевников защищает ворота команды «Нега». У него сегодня особенный день. Ему исполняется 12 лет. Отмечает день рождения спортсмен на турнире по хоккею в валенках. Женя – воспитанник центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а истенок. Обычно играет в футбол и шахматы, а сегодня вышел на лед. Специально к соревнованиям с друзьями собрали команду. Готовились усердно. Три дня. Каждый день с 5 до 6 час. В Челябинске проходит турнир по хоккею в валенках «Мы верим в каждого». Главный приз – Кубок законодательного собрания Челябинской области. В чемпионате принимают участие более 500 воспитанников детских домов области. Косли, Южноуральск, Чебаркуль, Озерск. Сегодня – финальные игры. Для детей это будет очень запоминающееся. Скажем так, у них не всегда есть возможность бывать на таких мероприятиях, и поэтому приезжают сюда с самых далеких уголков нашей области, и для них это действительно праздник. Такой турнир Южноуральский парламент проводит уже 5-й год подряд. Выйти на хороший лед, приехать в молнию, покататься на коньках, побывать на самых разных площадках, почувствовать дух спортивных состязаний. Потому что это абсолютно доступный вид спорта, и у ребят сегодня есть возможность в течение всего дня побыть в Ледовом дворце «Молния». Турнир «Мы верим в каждого» поддерживает русская медная компания. По мнению советника президента РМК Анатолия Еремина, с помощью таких мероприятий можно отвлечь детей от гаджетов, привить любовь к спорту и активному отдыху. Мы все свое детство проводили во дворе, мы занимались спортом, мы играли в футбол летом, в хоккей, на валенках играли зимой. Все поколения были вместе, даже родители выходили и принимали в этом во всем участие. Традиционно Кубок законодательного собрания включает в себя не только хоккей в валенках, но и много других развлечений. Дети могут сразиться в шуточном сумо и скалолазании. Все победители получат кубки в виде валенка с шайбой и медали с эмблемой турнира. Александр Захаров, Надежда Головина, ОТВ.